Всем привет! С вами канал Правильный Выбор. Сегодня на обзоре моющий кокон Atwell Zorro Z5. Чтобы не пропустить новый ролик, активируйте колокольчик и подпишитесь на канал. В описании под видео я оставил подборку ссылок на магазины с актуальными ценами. Надеюсь, вы проведете время с пользой и поэтому поддержите канал лайками и комментариями. Компактный и быстрый Zorro Z5 отличается небольшими размерами, благодаря которым может мыть даже узкие окна и поверхности между рамами, что недоступно другим моделям. Приложение для смартфона облегчает управление, а навигация гарантирует возвращение к точке старта. Благодаря компактности и специальному алгоритму Zorro надежно работает даже в узких окнах от 27 см. Обычные модели работают в окнах шириной не менее 40 см, так как в более узких рамах им не хватает места для движения. Для Zorro Z5 нет невыполнимых задач и неподходящих окон. Квадратная форма корпуса позволяет роботу максимально охватывать пространство, качественно промывая углы и края поверхностей. Это выгодно отличает его от моделей с круглыми салфетками. В сравнении с большинством моделей Zorro Z5 имеет небольшую высоту 8,5 см. Это дает ему возможность мыть окна не только снаружи, как большинство моделей, но и в межрамном пространстве от 9 см. Тонкий корпус также выгоден, если рядом с окном есть предметы, которые мешают уборке. Для Zorro Z5 нет недоступных мест. Zorro Z5 оборудован навигационным чипом с 6-осевым акселерометром и микроконтроллером, которые позволяют выстраивать траекторию движения. Интеллект робота делает процесс уборки полностью автоматизированным. Робот определяет границы даже безрамных поверхностей, обнаруживает препятствия и всегда возвращается в место старта. При отключении сети используется резервная литий-ионная батарея. Робот перемещается по стеклу с помощью гусеничных траков. Рифленая покрытие гусениц из специальной резины предотвращает скольжение. Технология обеспечивает не только дополнительную безопасность, но и более качественную уборку. Робот не проскальзывает, следовательно, не пропускает ни единого сантиметра. Кроме того, гусеницы Zorro Z5 устойчивы к трению и долговечны. Гусеницы обычного робота со временем растягиваются, нарушая работу устройства. Zorro Z5 можно управлять на любом расстоянии с помощью мобильного Wi-Fi приложения, которое имеет простой интерфейс. Выбирайте режим направления движения робота, включите функцию очистки колес. Все под вашим контролем. Zorro Z5 строит виртуальную карту и запоминает свое начальное местоположение. После мытья окна робот возвращается к месту старта, таким образом не составит труда его снять. Zorro Z5 не только маневренный, но и быстрый. Скорость движения 5 метров в минуту обеспечивает уборку квадратного метра в течение 2 минут вне зависимости от выбранного режима. Вы не столкнетесь с утомительным ожиданием, когда кажется, что проще помыть окно самостоятельно. Мощный бесщеточный двигатель от NIDEC создает под роботом разрежение вакуума в 2200 паскалей, что обеспечивает силу всасывания в 5,5 килограммов. Это позволяет не сползать вниз на мокром стекле и двигаться четко по намеченной траектории. Высокая мощность насоса гарантирует защиту от падения даже при отсутствии питания в сети. За это отвечает резервный аккумулятор. Робот не только берет на себя уборку, но и действительно позволяет заняться чем-то другим, обеспечивая комфорт. Благодаря шумоизоляции двигателя достигается уровень шума в 70 дБ, что чуть громче обычного разговора. Робот имеет три программы. Z-образный режим обеспечивает лучшие результаты в большинстве случаев. Также рекомендуется для низких, но широких рам. N-образный режим позволяет идеально промыть пространство у верхней рамы, также рекомендуется для высоких, но узких рам. Локальный режим может применяться для очистки определенной части поверхности, правой или левой. Модель оснащена длинным шнуром питания 4,5 метра плюс полметра провод-адаптера, что позволяет мыть высокие окна. Соединение шнура проворачивается на 360 градусов вокруг своей оси, что исключает закручивание. Резервная батарея емкостью 700
720 мАч позволяет удерживать робот на стекле в течение 40 минут в случае отключения электричества. В комбинации со страховочным шнуром это обеспечивает высокую безопасность использования. Роботом можно управлять удаленно и без приложения, используйте то, что удобнее для вас. С помощью пульта можно включить и выключить устройство, изменить маршрут или приостановить работу. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас поделюсь с вами, начну с отрицательных. На солнце средство быстро высыхает. Тряпок всего две. Запасные тряпки неоправданно дорогие. Края промывает плохо. Теперь перейдем к положительным. Качественные материалы. Хорошо собран, выглядит достойно. Хорошо справляется. Легкий в эксплуатации. Отмывает качественно. Не падает с окон. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Надеюсь, вы провели время с пользой. Расскажите о своих впечатлениях в комментариях и не забудьте поставить лайк. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».